Сегодня в подмосковных горках Дмитрий Медведев встретился со специалистами из области медицинских исследований. Обсуждали, как лучше найти баланс между достижениями ученых и нравственными представлениями общества. По словам Медведева, российские законы не должны сдерживать новые разработки в сфере биотехнологий и медицины, а значит, не исключены корректировки юридических норм. Также премьер отметил, что медицинская отрасль в нашей стране довольно консервативна. Тем не менее, заметны и яркие прорывы. У нас есть своя и весьма приличная научная школа, есть свои традиции, наверное, есть и проблемы, но в любом случае у нас есть достижения, которые случаются и в текущий период, когда продолжают разрабатываться новые вакцины, ну, достаточно упомянуть вакцину против лихорадки Эбола. Появляются и другие препараты, может, они в меньшей степени на слуху, но, тем не менее, они очень важны для большого количества людей.